Всем-всем большой привет, зрители нашего канала, большой привет. Вот и у нас наступила зима, морозно на улице. Сегодня мама со мной не стала ходить, они там ездили за продуктами с папой, делами занимались. Она говорит, ладно, сегодня выходной. Ну, через силу тоже все, конечно, совсем, если не хочется ходить, то не нужно заставлять. А мы сегодня с Юрой, у меня составила компанию, вышли погулять, сейчас он подойдет, зашел в Сбербанк. О, на улице очень хорошо, но пора уже переходить, наверное, на зимний пуховик, все-таки уже прохладненько. И знаете, так непривычно, обычно с утра встал, сел в машину, завелся и поехал. А теперь, прежде чем, ну, поехать, нужно теперь уже чистить машину. Вчера вечером ездила на танцы, и пока туда поехала, машину занесло. Потом был небольшой снег, назад ехала, опять нужно было почистить. Я говорю, мне легче ходить пешочком. А, смотрите, все уже в снегу. Наверное, уже все не растает. Не, вот такая погода мне нравится, знаете, когда нет каши. Когда вот такой вот легкий морозец, хорошо на улице. Все возвращаются домой. Мы сейчас с Юрой ходили на почту. Я заказала себе пробник духов на почте Tom Ford. А почему я заказала пробник? Эти духи, ну, достаточно дорогие. И когда я как смотрела их в Duty Free в Анталии, ну, там на бумажку можно было немножко прыснуть их, ну, все равно вот аромат не ощущается. Ходишь ты с этой бумажкой и не поймешь, нравится тебе запах, не нравится. А тем более бумажек несколько в руках. И, в общем, не ощущаешь. Я, в общем, решила для себя заказать. Купила на сайте. Не знаю, не думаю, что это, конечно, подделка. Хотя, кто его знает, говорить об этом трудно. Мы с вами потом днем, ну, не днем, дома распакую. Я их покажу. 2 миллиграмма, по-моему, я заказала, ну, для того, чтобы попробовать, для того, чтобы понимать, нравится, не нравится, потому что прежде чем купить такой флакон дорогой, нужно понимать, подходят тебе они или нет. Ну, это для чего же красота. Вот. Бедная уже, видите, немножко там лед появился. Скоро у них совсем будет места мало. Жалко их, конечно, но они не улетают. И на самом деле они очень привыкли, что все кормят их хлебом. Но опять же, хлеб в воде размокает, поэтому, наверное, не так вредно их кормить хлебом. Ну, лебедей, конечно, нет. Не кормят. Ну, их у нас и здесь нет. Так. А вот уточки. Сейчас дождемся Юру. И пойдем дальше гулять. Мы с Юрой, видите, на почту сходили. Потом вернулись. Ему нужен был паспорт, он забыл, чтобы в Сбербанк зайти. В общем, вот так вот мы гуляем. Вроде как гуляем, а вроде как и не гуляем. Сейчас выйдет он. Продолжим с вами беседу. Ну, смотрите, какая лепота. Небо такое чистое, звездное, хорошее. Вот и Юра вышел. Привет. Я вам обещала Юру, вот он вышел из вот банка. Вот он я. Как дела, Юра? Видите, Юра уже все в зимней одежде, а у меня спина мерзнет. Поэтому, Юра, мы сейчас пойдем домой уже. Ну как, дела, ну, хорошо дела. Ну, каков, все, конечно, относительно, нельзя говорить, что дела плохо или хорошо. В чем-то хорошо. В работе, стабильно, да? В работе очень хорошо. Ну, хорошо. Это... Радует. Слава Богу, здоровье тоже позволяет нам. Ну, что-то заленился я со спортом. Почему? Не знаю, вот на той неделе один раз я выходил. Ну, ты работаешь, если ты в 5 утра выезжаешь, ну какой тебе спорт? Вот ты же не хочешь упасть там на брусьях или под брусьями? Ты же этого не желаешь? Ну, это же, понимаешь, всегда можно найти время. Просто лень матушка что-то меня одолела. Ну вот, подтверди зрителям, что я не ленивая в этом плане. Ты молодец. Ты огонь. Огонь. Юрий, показываю танцы молодежные. Ну, я не могу их выложить, потому что там очень большая группа у нас. Ну, точнее, я спрошу. Вообще-то все снимают. Ну, не знаю, если будет интересно... то покажу. Не знаю, напишите, интересно вам или нет. А то, может, я уже там вам
поднадоело со своими танцами. Юра, да. Куда мы сейчас идем? А куда ты идешь? Я за тобой, как всегда. Как всегда, ты молодец. Вперед, а я... Вот молодец. Ты впереди планеты всей. Вот ты какой пример тобой. Для всех мужчин. Нет. Я иду, ты за мной. Я молодец. Да. С Юрой зашли в Пятерочку за виноградом. Вот этот красный 119, этот 109 плохой какой, смотри, лежит. А вот этот более-менее по 114. Давай, но бери. Тоже выбор не очень. Его возьмем? Бери. Или как? Юра вчера купил помело. Ему нравится, мне нет. Ну чего, хлеб у нас есть такой. Ого, пряники 68 рублей уже стали. Это самый дорогой такой. Ну, по размеру тут такой же, одинаковый. Нет, вот с начинкой. Это с черносливом. Ой, с, с черносмородиной. А, со сгущенкой 68. Ну, не знаю, хочешь, бери. Смотри по настроению. Я не буду. Ну, давай за 46 купим парочку. Не, возьми за 39. Они чем отличаются? Да ничем. Черносмородиной начинкой. Ну, а это? А это фруктовая начинка. С фруктовой начинкой. Ну, возьми смородину. Чай попьешь. Помнишь, Юра, одно время так цены на чай взлетели, а сейчас смотри. Пакетированные. Нет, самые. Это не пакетированные. Это 200 грамм, 269 рублей. Да. Помнишь, как они взлетели? А сейчас хорошие. Это, вот это в пакетах, да. А это вообще, смотри, 199. То есть вообще дешево, да? Ну, был 150, по-моему. Был почти по 300, я помню. Ну да, сейчас цены снизились. А это какие-то интересные твиннингс. Мы такие с тобой даже не знаем. Mm-hmm. Так, ладно. А 100 грамм же всего? Да, всего 100 грамм. Mm-hmm. Просто из-за того, что в жестяной банке. Mm-hmm. Ладно, пойдем домой, сейчас оплатим виноградик. Ну, Пятерочки по сравнению с Ашаном, конечно, слабенько. Будет, наверное, еще к Новому году. Аленка, 699. Две кассы. Пойду к Юре. Так, пришла домой, покажу вам вот сейчас, как выглядят эти духи. Так, вот такой пакетик в маленькой коробочке достаем. Так, Том Форд. Вот так называются они. Солиид Бланк. Парфюмированная вода. 5 миллилитров. Вот. Вот так она выглядит. И будем пробовать. Завтра проведем эксперимент. Почувствует Лена от меня какой-то там необыкновенный аромат? Или не почувствует? Ну вот. Ну-ка. Что-то здесь с какой стороны. А, еще подарок дали. А в подарок, а другое для нее. Так, сейчас хочу попробовать. Ну, в общем, вот так все это выглядит. Надеюсь, мне понравится аромат этих духов. А сейчас пойду сначала в душ, потом уже попробую. Ну, я завтра с вами продолжу. Хочу реакцию Лены, как она заметит, не заметит. Потом вот эти попробуем, пробничек. Такие дела. Так, ну, вы знаете, вот так вот, конечно, аромат фантастический. Мне так даже жалко, как я сейчас приму душ и попробую. Так, а мы с мамой сегодня заказали финскую обувь на Валберисе. Написано, сделано в Финляндии. У меня есть сапоги этой фирмы, только белые. Маме заказали черные, так что скоро они у нас придут. И раз я заговорила про Валберис, то у нас там на Валберисе, я вам оставлю ссылочку под видео, продаются кофты, которые мы получили из Стамбула, турецкого качества. Так что, кого заинтересует, пишите, и с удовольствием вам все отвечу. А, сапоги, кстати, вы знаете эту фирму Джанита. И сейчас, кстати, покажу свои вам. У меня есть сапоги, но я постоянно хожу в кроссовках. Кстати, вот эти кроссовки, которые купила вот сейчас в Турции, я сегодня первый день их одела.
Очень удобный, легкий, не скользкий. Я прям в полном восторге. Молодец, я купила, и обошлись они мне вот в 4000 рублей. Сапоги сейчас покажу этой фирмы, ну, которую маме сказали. Вот, вы, наверное, узнали, вот такая фирма Джанита. Финляндия, видите? И сейчас я вам покажу мои сапоги. Я их, ну, как бы одеваю очень редко. Они у меня вообще состояние еще идеальное. Видите, какое? Вот, ну, сейчас такие сапоги стоят 18 тысяч, представляете? Так что, а я их покупала. Кстати, чек, представляете, даже есть чек. Ну, скажем так, я их покупала 29.10.2014 года, Юр. 8 лет сапогам, это с ума сойти, слышишь? И все плачешь, да, что ходить не в чем. И я их покупала, смотрите, цена 11.250, а со скидкой их купила 10.120. 10.120, а сейчас они стоят 18.700 с чем-то. Ну, почти 19. Гарантия, все правильно. Но надо же, вот. Вот такая я. Куплю и не ношу. Есть у меня такой отрицательный пунктик. Но зато сейчас в эту зиму шубу, которую я купила, наверное, в том же году, будем с вами носить. Ну, согласитесь, красивые сапоги. Я думаю, что они не вышли из моды. И кожа такая мягкая. Вот. И что тут у нас? И здесь, видите, что такие дела. Чего у меня только нет, если бы вы знали. А еще я хочу сказать, что с косметикой, которую мне прислали Сиу, я тоже полностью разобралась. И теперь могу точно сказать, что есть что. Если интересно, сейчас вам покажу. Так, я вот сюда подставила. Вот это получается сыворотка. Видите, я сидела, разбиралась. Две или три капли на очищенную кожу у лица. В общем, и очень большой флакон. Видите, все тут подписывала. Сидела по инструкции. И получается, мне она, ну, нравится. Вот так вот она выглядит. В общем, прикольная такая. И очень-очень большой объем. Потом вот такие патчи. Тоже хорошие, мне понравились. Потом вот здесь вот тонер, он маленький, ну его, ладно, много и не надо. Вот этот вот такой вот крем, тоже на ночь, видите, себе написала. Его тут, ну, тоже достаточно большое количество, смотрите. Ну, его можно и утром, и вот он вот такой вот, видите, уже со штучкой идет. Ну, тоже мне он понравился. Как бы я вот с удовольствием пользуюсь уже сколько, несколько дней. Это еще одна сыворотка тоже. Хотите, ну, хотите, ей пользуйтесь, хотите, вообще, прикольно, видите, тоже подписывала сыворотку утром, вечером. Сыворотка здесь, она с такой, идет с пипеточкой, там просто флакон, а это даже удобнее, видите. Еще одна сыворотка, ее раз в неделю делать, это сыворотка пилинг, после нее вся кожа такая красная становится, потом умываешься и наносишь обычный крем. Вот она, смотрите, ее раз в неделю. Тут хорошо, что прочитала, не пугайтесь, что, в общем, тоже очень-очень интересное на лицо. Прям как тут свекла в составе входит. Ну, приятно. И еще вот такой вот крем там был, тоже хочешь утром. Я вот обычно кремами утром вообще никогда не пользовалась. Теперь вот этот мне очень понравился. Сейчас покажу, как выглядит. Он выглядит вот так вот. Тоже хороший. Единственное, чем я не пользовалась, это пенка для умывания и грязевая маска. Потому что у меня есть, сейчас покажу. Потому что я купила себе на выставке вот такую для умывания. Вообще потрясающе, мне так понравилось. В общем, моей коже очень подходит. Умываюсь только вот этой пенкой. И вот это вот купила еще, помните, на выставке, когда мы ездили в Крокус? Вот такая грязевая маска для лица. Мне тоже очень понравилась. А вот это я хотела показать. Ну, скраб, бальзам. Ну, это, знаете, так вот. Я не знаю. Я как-то не оценила. Сейчас покажу. Ну, вот так вот он выглядит. В общем, так вот на губы наносишь. В общем, мне зрители подсказали, как пользоваться. Но особого эффекта не ощутила. А еще у меня есть знакомая девочка. У нее мама работает в Корее. Ну, она мама сама кореянка. И, в общем, она тут скоро приезжает в гости к ней. И она мне привезет еще один набор
она купила или купит его в магазине. В общем, я вам тоже пока потом покажу. Ну, знаете, если честно, у меня теперь уже очень много корейской косметики. Очень нужно ею пользоваться. Вот. И, как говорится, чтобы все это было во благо. Ладно, вот такое небольшое видео для вас сегодня сняла. Завтра будем экспериментировать с Леной, почувствует она аромат духов или нет. Ну, а сейчас дела житейские. Будем готовиться, как говорится, ко сну. Ну, как ко сну? Душ, ужин. Сегодня у меня выходной, сегодня на танцы не ехать. Красота! В общем, сегодня полный релакс дома будет. И вечером я посмотрю интересный фильм. Все, с вами прощаюсь. До новых встреч. Всем пока-пока. Хорошего настроения. И сейчас я вам ставлю видео кофточки, которые мы продаем на Wildberries. И внизу будет ссылка. Так что вы можете заказать, перейдя по этой ссылке. Вот такой вот, смотрите, прислали нам бомбер необыкновенного малинового цвета. Смотрите, какой яркий, сочетание черного и малинового, черные буковки. Размер на мне единичка, что означает 50-й размер. Так вот, смотрите, он смотрится. Есть размер 52, 54. Интересный, наверное, больше как свитер можно назвать, с бантиком, с таким. Состав 70% катон и 30% полиэстер. Очень теплый, очень приятный к телу. Такой воротничок, стоечка. Очень приятный к телу. Да. А повернись другой стороной. Немножко здесь удлиненный. Сзади, да, все прикрывает. Видите, сзади он такой просто обычный. С обратной стороны он такой лаконичный цвет. А да, а здесь немножечко такой небольшой рисунок. Размер со у нас... стразами. Угу. Здесь, видите, небольшое количество страз. Вот такой вот игривый, симпатичный бантик. Но, разумеется, если вы девушка яркая, то на бантик на этот никто не обратит внимания. Единый размер 50, 52, 54. Вот. Вы видите на мне, я девушка 54-го размера.